Всем привет, друзья мои! С вами Кухня с акцентом. И сегодня мы с вами будем готовить великолепнейший грузинский соус. Называется он мигрельский соус, и он отлично подходит к мясу, к шашлыку, к рыбе, к картошке, к макаронам, к гречке, да к чему хотите. Это просто шедевр. Поехали! Друзья мои, для того, чтобы приготовить этот восхитительный соус, и поверьте, вы его приготовите, это станет одним из самых любимых ваших соусов. Нам нужно 3 килограмма болгарского перца. Важный момент, перец обязательно красный. Из зеленого перца этот соус не делается, и при этом перец должен быть сочный. То есть не обязательно большой, главное, чтобы он был мясистый. Почему? Потому что он будет запекаться, и во время запекания он не должен раствориться. Мы с него кожуру снимем. Также нам нужно 2 килограмма помидор. Помидоры желательно сливовидные, спелые. Из этих сливовидных помидор и делается мигрельский соус. Но при неимении сливовидных можно любой другой сорт, кроме розовых, предупреждаю. И в то же время, чтобы он был сочный, вкусный, мясистый помидор. Также 500 грамм острого красного перца. Перец я уже очистил от семян. Один важный момент. Если вы боитесь острого, перец можно не добавлять от слова вообще, и соус все равно будет восхитительно вкусный. Но если вы добавите меньше, сделайте 200 грамм перца. Чтоб слегка чувствовался, это будет восхитительно. Это все-таки мигрельская кухня. Знаете, это регион Грузии, который славится тем, что там очень любят острое. И не просто любят, а умеют готовить острое. Также нам нужно 3 головки чеснока. Не бойтесь этого количества чеснока на эти продукты немного. Чеснок будет отчетливо чувствоваться, но... И мясо, и птица, и рыба, и картошка, и даже та же гречка. Это все продукты, которые отлично сочетаются с чесноком. Поэтому соус будет просто великолепно все украшать. 100 грамм сахара, но я его сразу добавлять не буду. Буду подбавлять по столовой ложечке и пробовать. Чтобы не сделать слишком сладким. Должен быть соус этот мигрельский сладковатый, но не очень сладкий. Соль обязательно по вкусу. Также 300 мл винного уксуса и 300 мл растительного масла подсолнечного. Не, если вы хотите оливкового, тоже пожалуйста, это ничего не испортит. Но у нас обычное подсолнечное масло. Начать все это надо с перца. Перец надо обязательно запечь. И острый перчик, и болгарский. Поэтому отправляем в духовку на 220 градусов примерно минут на 40. Один раз я, кстати, перчики переверну, чтобы они со всех сторон хорошенько подпалились. Но будем внимательны, он не должен слишком размягчиться. Как только видим, что кожура сходит, перец готов. Дорогие подписчики, а пока у нас там перчик запекается, давайте прокрутим чеснокашвили и помидоры через самую-самую мелкую сетку, что у вас есть. Максимально, вот какую мелкую найдете, вот через нее и прокручиваем. Друзья мои, посмотрите, что я вам хотел и сказать, насколько помидоры перекручены, они густые. Очень мясистые, сочные помидоры, это тоже очень важно. Если они будут водянистые, сам соус тоже слишком водянистый получится. Друзья мои, смотрите, перец просто сам раздевается, реально. Отлично, это то, что нам нужно. Сейчас он чуть-чуть подостынет, так как сейчас его не тронешь нормально, так сказать, нетрогабельнее.
сейчас давайте я его выставлю на балкон, пускай чуть-чуть подостынет он, и потом к вам вернемся. Тем временем, пока у нас болгарский перец остывает, острый перчикашвили выкладываем на противень. Так как мы с него кожуру снимать не будем, его как болгарский перец долго запекать нельзя. Так как он сгорит, нам надо будет его вместе с кожурой перекрутить. И это может испортить очень цвет соуса. Соус вот не должно быть там темных каких-то вкраплений. Если это будет, тогда мигрелки вам скажут, что это неправильный соус. Поэтому его ненадолго, опять-таки на 200 градусов, но буквально минут на 10, наверное. Но это надо следить. Как только он, знаете, чуть-чуть мягче станет, готово, его можно вытащить. То есть его мы так слегка припечем, не будем его сильно жарить. Вот, друзья мои, смотрите, перец мягкий. И вот как раз в тот момент, когда он уже хотел подгореть у нас, я его вытащил. Поэтому нужно следить. Вот это сейчас супер. Вот больше ничего нам не надо. Я думаю, что уже болгарский тоже подостыл. Давайте с него кожуру снимем. Берем перец. Вот такой вот надрезик делаем. Смотрите, сколько влаги вышло. Это очень драгоценная штука, нам ее терять нельзя. Поэтому влагу слили, этот сок, нектар. И потом уже можем вот так на чуть глубокой тарелочке и кожуру тоже снять. После того, как кожуру сняли, открываем перец, вытаскиваем плодоножку с семенами. А сам перец под проточной водой от семян промываем, то есть под краном. Это можно потом сделать, каждый по отдельности. Но поверьте, открыли, быстренько промыли. Это занимает буквально секунду. Вернулись. И, друзья мои, за каждым этим не надо гоняться. Там одно-две семечки попадет в этот. Это вообще не проблема. Главное, чтобы, знаете, не попала там куча семян. А дальше сюда же острый перец отправляем, который мы пропекли хорошенечко. И начинаем работать. Весь вот этот перчик нам надо перекрутить в однородную массу без комочков. И для этого погрузной блендер подходит лучше всего. Кстати говоря. Ну что ж, кажется мне, что идеально. Отлично. Средненький огонь. И ждем закипания. Только после того, как закипит, отправляем сюда все остальное. Уксус, масло и т.д. и т.п. А тем временем можем тщательно перемешать наш соус. Какой цвет, вай-вай-вай, это будет чудо какое-то. Закипело, и отправляем сюда уже все остальное. Уксус, масло, соль по вкусу, ну тут спешить не надо. Соль и сахар потом потихонечку еще прибавим. Это, знаете, на свой вкус надо посадить. Я сахара из имеющегося примерно половину добавлю. Хорошенько все перемешаю, а потом, если нужно будет, подбавлю. Момент важный еще. Надо его сейчас оставить, и он минимум минут 40, а то и час должен вот здесь вариться. Не забудьте иногда помешивать. Для чего это нужно? Мы его на зиму же должны еще закрыть. Это важно. Мы же должны зимой жизнью наслаждаться. Все готово. Опять-таки напоминаю, этот час, пока у вас соус будет вариться на медленном или среднем огне, пожалуйста, не забивайте его размешивать, чтобы он не пригорел, потому что если он снизу подгорит, реально весь вкус испортится. Вот этот подгорелый вкус потом никак не уберешь. Поэтому у нас уже время пришло, и сразу же начинаем отправлять горячий наш соус
по бутылочкам. Ну что ж, вот такой восхитительный соус у нас получился. Получается, кстати, довольно немало. Вот эти бутылочки, кстати, по 500 мл. Вот эта бутылка, литр 750. И да, я показал вам рецепт, который можно и на зиму тоже заготовить. Вообще, как это происходит? Вы заготовили вот этот соус, потом едете жарить шашлыки, вытащили бутылочку, забрали с собой, чтобы там на месте не возиться, что-то не делать. Есть другой вариант мигрельского соуса, он полностью делается на костре. Но это уже, наверное, в следующем году посмотрим, я вам его покажу. Что касается вкуса, давайте сейчас вместе с вами его попробуем. Хотя я во время приготовления пробовал в процессе, но давайте уже само такое готовое блюдо тоже. Ради вас даже одну бутылочку вскрою, наверное. Соус пока очень горячий, друзья мои. Кстати, когда он остынет, он станет намного гуще. Ну, я сейчас хочу просто попробовать вкусненько. Соус просто сногсшибательный. Вот вы попробуете, вы в него просто влюбитесь. Но один момент хочу подчеркнуть. Чеснока нужно меньше. Я огромный любитель чеснока, и для меня супер. Но я уверен, что для любого, я уже знаю свой вкус, уверен, что для любого это много будет. Так что возьмите или 3 маленькие головки, или 2 большие. Острота в меру на самом деле, я не скажу, что она очень острая. Кислинка, сладость, вкус запеченных перцев, все чувствуется. Вот это шикарнейший соус для шашлыков, мяса, рыбы, картошки и так далее. Пробуйте. Но, как я постоянно советую, не надо моему вкусу доверять. Сделайте поменьше, на 2 бутылочки примерно. Попробуйте, то есть пропорции сделайте меньше. Попробуйте, если понравится, то у вас будет шикарнейший соус. А вам, друзья мои, огромное спасибо, что были с нами. Спасибо, что смотрите, спасибо, что хвалите. Постоянно что-то советуете. Я, кстати, очень многие советы, которые вы говорите, применяю. И вам за это спасибо, что делитесь своим опытом. Что хочу еще сказать. Не стесняйтесь писать комментарии. Я реально досконально все комментарии читаю. Если вам кажется, что я не отвечаю, и это значит, что не читаю, это неправда. Отвечать не успеваю, друзья мои. Ну, на 2000-3000 комментариев в день ответить, это уже, честно, нереально. Надеюсь, вы поймете. А вам еще раз спасибо и до встречи на нашем канале. Пока-пока.